Вкуса с лёга. А это что такое? Ребята, всем привет, с вами Александр, и у нас часть номер 2. Индораптор против каждого хищника. Один против всех. И вот такой вот рык, ребятки, означает то, что у нас сейчас начнется этап номер 2 нашего сражения. Это у нас индораптор просто там так гуляет. А вот такая вот у нас уже подготовлена арена. В каждом из инкубаторов у нас находятся все возможные хищники, все виды хищников, которые только бывают. Аллозавр, баньоник, велосираптор, дейноних, в общем-то, абсолютно все хищники. Дилофозавр, кстати, у нас, да, был в прошлой серии, вот, он у нас был на этом месте. Так, а сражаться у нас на этот раз будут два вот этих индораптора. Ну, будем выпускать их по одному. Сначала мы начнем с всякой мелочи, скормим ему раптора, велоцираптора, дилофозавров, да, скормим. Наверное, может выпустить сразу двоих. Давайте, наверное, сразу двоих выпустим, так будет поинтереснее как-то, как по мне. И потом будем по нарастающей выпускать все более сильных и сильных хищников. Как видите, показатель 250, это максимальный урон, который может быть. Так, они там пока что выходят, а мы здесь начнем. Так, дилофозаврик, да. Давайте, пошел на арену. Следующий идет велоцираптор. И дейноних идут. Так, давайте смотреть, кто здесь у нас есть. Карнотавр. Ну, карник, потом маюнга, метриакантозавр пойдет. И давайте здесь выпустим саратозавр. Так, вот это обычный. В прошлый раз у нас был, немножко усилена была защита. 89-85-28, у нас был 99-42, то это тот, который смог завалить индораптора, ребята. Так, ну, давайте вот так вот. Так, эти два придурка сами с собой сцепились. Так, вышел дейноних. Так, ну эти, наверное, сейчас сами тут порешают. Глупцы. А там у нас сейчас сератозавр сцепится с индораптором. Напомню, у них максимальные показатели по дэмиджу. То есть, ну, естественно, думаю, немножко улучшились показатели по другим показателям, но это второстепенное изменение. Так, давай, давай, завали его. Так, ну что-то эта мелочевка, короче, не хочет особо сражаться, но мы знаем, что велосираптор у нас в прошлом бою завалил одного недобитого индораптора. Так, здесь у нас, конечно, без шансов, да? Да, два удара и хана. Так, слушайте. Так, ну тут победил у нас велоцираптор. Ну, его сейчас по-быстрому, думаю, съест вот этот индораптор. Ну, цератозавру ничего не осталось, он даже не смог повредить нашего индораптора. Может, этот индораптор доест этого дейнониха? Так, смотрите, эти мелочевки между собой, короче, решают вопрос. Ладно. Давайте выпустим аллозавра и барионикса. А то они уже между собой, два идиота, начали сражаться. Так, не-не-не-не-не, так дело не пойдет. Так, надо, ребят, наверное, сейчас перезапуститься. Потому что мы не хотим же, чтобы они друг друга поубивали. Переиначиваю, так сказать, выпускаю Дилоса, и сейчас выпускаю одного индораптора. Мы все-таки хотим увидеть, как индорапторы их решают, а не как они сами между собой разбираются. Так, ну давай, 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 время выпустить. Первый пошел. Так, вот такая вот у нас тут аренка. Давайте, может, сейчас сразу как-то будем пытаться. Ну, как-нибудь. Никак не хочет, но я думаю, они сейчас сами разберутся. Раптор против Дилоса. Отлично.
Вот и все, ну ничего, он ни с одного укуса слег. А это что такое? А это что такое было? Он Дилас при смерти так огрызался. Так. Так, давайте выпускаем тогда Велоцираптора. Следующий. То есть, ну, он его никак не повредил, но анимация была интересная. Не ожидал я такого прям. Это еще что? Привет, брат. Не, здесь у нас дела делаются по-другому. Только бой насмерть. Так, интересно, а велоцираптор тоже так на спину попытается запрыгнуть? Наконец-то. Ай, он заметил. Ну давай. Второй, в общем-то, буду держать второго в резерве. То есть, если этот не будет справляться... Ну, этот не хочет запрыгивать, да? Нет, смотрите, тоже запрыгнул. Такая же анимация. Прикольно. Я даже не знал этого. Что так может происходить. Красиво. Ладно. Ну, сейчас он его хватает за хвост и стягивает. Отлично. Так, у нас здесь есть... Ух ты, там у нас гуляет еще один. Но он там у нас на зрителях развлекается. Выпускаем Дейнониха. То есть это блокирует, наверное, наш этот индораптор пока что. Пока он не отошел. Во-во-во, ворота открываются. Да, он просто стоит там и ждет, знаете. Давайте мне мяска свежего. Ну, кстати, это у нас вулканчик. Так. Вот такой дейноник у нас в зелененькой раскраске. Давай, Дейнос, покажи свою дьявольскую натуру. Наверное, ему ссыкотно сейчас, что капец. Один укус, 55%. Ну, пока что не, мелочь это не повредила нашего эндораптора. А, не успел, хотел сделать, так сказать, паузу. Давайте выпускаем Зухамима. Ну, Зухамимы слабые, как мы знаем, их и цератозавры унижают, и карнотавры тоже унижают. Вот такой вот у нас зелененький появился. А индораптор уже тут. Вот индорапторы, конечно, классные ребята, они сами лезут в бой. Даже в... А, ну это же у нас даже не базовые. Да ну базовые тоже лезли в бой, как мы помним в прошлой серии, ребята, кто не смотрел. 6 индорапторов против всех динозавров. 6 базовых индорапторов в разных раскрасках против всех динозавров парка. Хищных имелось в виду. Ну давай. Да, 45, он снял с него столько же, сколько и с рапторов. То есть Зухамим как бы мелкий какой-то получается. Давайте посмотрим на этот танец смерти поближе. Эй, привет, братишка, как дела? Дай 5. Как там? Наш Зухамимчик. Так, кого выпускаем следующего? То есть его по-прежнему никто еще не повредил. Давайте Барионикса выпустим. Потом пойдет Аллозавр. Ну, по нарастающей будем брать. Гига пойдет последним. Ну, точнее, нет. Тиранозавр или Гига? Кого пустить первым? Вот даже не знаю. Барионикс. Так переводчик говорит. Не Барионикс, а Барионикс.
Ну и результат тот же. 45% за один укус. Они по размерам примерно одинаковые. Ну, тонну весит наш. Кстати, у него 99%, что тебе не нравится. Вода. Надо воды сюда поставить такие. Сейчас он доест. Ну, без шансов. Без шансов. Водичку я таки все-таки поставлю. Я думал, чтобы, ну, воды не было, чтобы они были позлее. Но у нас долго живет здесь индораптор. И он, короче... Вот так вот можно сделать. Так, давай, братишка. Ладно, попьешь потом. Мы сейчас тебе выпустим алозавра. Я думаю, потом ты разберешься. Что да как. Да почему. Так, алозавры. Я их так до сих пор и не рассмотрел. Ну, что-то он какой-то такой остроморный. Слишком на дилофазавра похож. Ну, что-то я его представлял по документальным фильмам с более крупной головой, что ли. Так, этот братишка пьет. Давайте мы сейчас на его статы посмотрим. Бой 107 на 33. Конечно, у нас тут 250 атака. 250 на 65. На 158 он мощнее, чем этот. Но он джентльменский алозавр ждет, чтобы отгребти люлей. Очередь у нас на раздачу люлей. Ну, у нас, если не справятся двое вот таких вот максимально вкачанных на атаку, у нас еще один в инкубаторе с ударом 250, у нас есть еще сбалансированно прокачанные максимально, там у них 198, там 138, 160 стойкость, вот так вот как-то. Так что посмотрим. Так, подождите, а что-то он повредился, я что-то пропустил, когда это он по щам получил. Так, ну вот и все. Хана тебе, Алыч, братишка. Так. Ну, вода, еда, все в порядке. Выпускаем следующего. Так, гигу нет. Гигу это перебор. Маюнга. Давайте маюнгазавр. Давай. Ну, они сейчас моментально встретятся. Дамы и господа, рады сообщить, что в парк доставлен маюнгазавр. Маюнгазавры тоже унижали Зухамимови. Восемьдесят три на 32, слабовато. Слабовастенько. Ну, в три раза сильнее по атаке именно индораптор. Так, ну он регенит здоровье, у него уже 87. Так, эта вся мелочь так же сама пропускает. Такой длинношей, какой-то просто пришелец. Так, ну он на этот раз не получил никаких повреждений. Выпускаем, давайте, карника. Не расходитесь, не расходитесь. У нас тут уже потихоньку образовывается гора трупов. Карнотавр. Ну давай. Следующий кандидат от грибти. восемьдесят восемь тридцать один, но то же самое, что и маюнгазавр по факту. Ну может, я вот пропустил, как его укусил один раз. Как это у него 77%? Получилось так.
Это его Алыч укусил по факту один раз, получается. Другой никто не смог. Пока что. Давайте метрия кантозавра выпустим. Не даем передышек нашему бойцу. Красиво. Смотрите, какая красивая раскраска у метрика. Но интератор не уступает по размерам вот этим всем пока что тем, кто появился. Ну, визуально. Хоть там у нас и были и двухтонные ребята. 77 на 20. Ой, вообще он слабенький. Мелочевка хотя бы по спине попрыгала у индораптора. 100%, он успел все отрегенить, ребята, все. Так, ну может кто-то его успеет огрызнуть, так сказать. Так, ну явно не метриакантозавр. Короче, аллозавр был пока что самым сильным из этих. Так, спинозавр, тиранозавр. Так, у нас есть цератозавры. Давайте выпустим обычного и выпустим немножко более усиленного. Насколько я помню, в прошлой битве он у нас смог завалить одного каким-то чудом. Ну, он, может, был добитый уже из тех шести в прошлой серии. Так, ну, просто вот тут ложит, не отходя от кассы, индораптор. Полпути уже пройдено, остались самые жирные. Если что, я буду давать время, ну, отрегениться, если нужно будет. Если мы дойдем уже до Индоминуса, там уже как бы можно и дать ему время отдохнуть. Ну а пока что он вообще ни в чем себе не отказывает. Ест в удовольствие, пьет в удовольствие и сражается в удовольствие. Они еще не устроили драку. Не надо панику разводить раньше времени. Так, Цератыч. Ну, два укуса подряд. Вообще ни о чем. Выпустим немножко более бронированного цератозавра. Куда это я нажал? Промахнулся. Ну, здесь он доел. Сейчас рядышком ляжет второй. У этого немножко больше защиты, как вы помните. Ну, чуть-чуточку лучше показатели. Ну, хоть разочек укусите его, а? А то второй там простаивает. Цератычи, кстати, не так уж просты. Цератозавр и Барионикса Захамима вали тоже. 45 ему, защита его не помогла ему. Да, ну и сразу, просто он как будто бы опыта набрался. Кстати, нету такого показателя, как опыт. Но он просто их глаза им выдирает. Так, смотрите. Кстати, если кто не знал, ребята, то каждый успешно выигранный бой дает больше рейтинга нашему динозавру. Кстати, он у нас еще тут умереть может раньше времени. Где его тут срок жизни? Возраст 7, ожидаемый 58. Ну нет, еще поживет. Так, давайте смотреть, кто у нас еще здесь есть. Так, здесь у нас пусто, были два цератозавра. Теперь мы уже переходим к тяжелой артиллерии. У нас здесь гига. Так, индоминус. Ну, давайте начнем со спинозавра. Типа, как самый слабый, что ли, спинозавр. Ну, раз так уж идет, реально, как бы, чистые победы идут, то, наверное, может, в этой серии стоит давать индораптору восстановиться полностью. Ну, давайте, давайте, спиныч. Индораптор первым подбегает. И первым атакует. Сколько? Тоже 45.
Ну, осталось 45. О, это первый, кого я вижу. Я Аллозавра я пропустил. Он дает сдачи. Ну, конечно, силей у него не хватит. Тут сразу можно выпускать Тюрекса. Потому что он вряд ли сможет его завалить. Потому что он всего за два укуса валит всех. Но если кто-то, кого он не сможет завалить за два укуса, но это будет только Индораптор. Индоминус Рекс, точнее. Только Индоминус Рекс. У меня вот надежда есть только на него. Так. У нас просто бойня здесь. Ну давай, рычи уже. Так. Это у нас такой крик отчаяния, я бы сказал. Ух ты, прикольно переливается Индораптор. Давайте сделаем такой вот снимочек. Ну, просто тут гора трупа у нас, ребята. И преступник у нас вот здесь. Тык. Вот так вот как-то еще давайте снимочек сделаем. Вот, кстати, неплохая картинка. Вот, мертвые титаны. Так, ну ладно, давайте. Может, Т-рекс что сможет сделать. В Jurassic World Live Т-рекс это у нас обладатель самого сильного укуса. Давайте будем наблюдать, так сказать, со стороны тиранозавра. Хотя, стоит нам все-таки на жизнь посмотреть. 88 уже успел отрегенить. 8%. Т-рекс сносит точно так же. То есть, если у нас динозавры без модификации, то есть два удара и хана. Но они уже успевают, по крайней мере, ему нанести ответный удар. .63 на 45. Но тут без вариантов. Даже если он Т-рекс еще разок его укусит, это будет капец. Эх, царь склонил голову. И такие глаза в закате. Бедняга. Делаем снимочек и отправляем в мир к Морфею. Так. Ну, что у нас еще осталось? 1 гига где-то осталось. И Индоминус. Так, то есть нам даже второй пока что не понадобится. Ну, давайте гига, не знаю. Если гига сможет победить, я ее полностью отхиляю и выпущу нового Индораптора. Так. Ну, гига. Интересно выглядит, да, не так, как остальные динозавры. Есть у нее уникальный внешний вид. Ну, давай, давай, гига. Твой выход. Вон твоя жертва. Бой 105 на 32, ну, очень мало. Конечно, интересно, если их подвести, ну, то есть гигу вкачать на максимум и под эти показатели подогнать Индораптора. Понятно, что максимальные показатели Индораптора будут выше, но если их сделать равными, кто кого. Так. Устроили драку. Это да, устроили драку. Ну, остается только Индоминус. Ну, Индоминус... А Индоминус не сможет. Индоминус не победит, точно, я же забыл, это же базовый Индоминус может, точнее не может, а побеждает базового Индораптора, у нас Индораптор-то не базовый. И посмотрим. Посмотрим, ребятки. Ха-ха, прикольный момент такой. Индораптор у нас... улетел куда-то. Делаем снимочек.
Так, ну тогда я выпускаю сразу Индоминуса. Он у нас базовый, 116 на 34. Ну, кроме раскраски. процентов 49. Так, пьет 50, начал восстанавливать, да? Да, все, 50 51. Ну, посмотрим, хватит ли половины жизни вкачанному индораптору, чтобы преодолеть Индоминуса Рекса. Дело в том, что Индоминус его вряд ли завалит за два удара, вот что я думаю. А Индораптор все-таки сможет за два удара. Мне кажется так. Кто первым атакует? Так. Давайте сделаем снимочек. Как такое может быть? Он всех... Всех кусал по 40, по 55, а Индоминуса укусил что-то чисто так из любви сразу на 74%. Они решили разойтись, но Индораптор успеет отрегенить больше. Блин, один Индораптор с максимально вкачанным уроном убивает абсолютно всех по очереди. То есть, ну, если их выпустить все вместе, то они как бы друг друга будут убивать. Это будет еще более легкая задача, наверное. Потому что я не давал ему передышек. Ну вот и все. Как-то очень странно. Я вообще на это не рассчитывал. Вот это поворот. Абсолютно нежданно. Как вы думаете, ребята, кто мог на такое подумать? Как это? Индоминус, он же самый сильный. Он базового индораптора-то убивает. А тут что произошло? Что это такое? Я вообще не догадываюсь. Как такое могло произойти? Да, ребятки, да. Еще и осталось чуть ли не 30% жизни. Печалька какая-то случилась. Ну, абсолютно всех, ребята, всех я выпустил. Так что миссия этого видео выполнена. Ну, дальше мы будем устраивать более равные бои. То есть будем брать максимально вкачанных динозавров и под их уровень подгонять уровень индораптора. Также у меня еще есть, ребятки, в инкубаторе... Вот здесь, смотрите, вот, ну, с такими показателями, 194, 148, 160, то есть это максимально сбалансированный, он сильнее, чем вот этот индораптор, ну, по идее, должен быть сильнее, чем вот этот индораптор, который убил абсолютно всех. То есть я даже не знаю теперь, что с ним делать. Ну, это уже будет в следующих сериях, а на этом все, ребятки, и до скорых встреч, так что не забудьте подписаться на канал, и до скорых встреч, всем пока.